40-серийный сериал «Далекий ветер шелкового пути» будет повествовать историю о древней дороге экономического развития Чибик-Джулу. Соглашение о съемках сериала подписано между Министерством культуры Кыргызстана и кинокомпанией «Шанхи Тенхан Шенген Фильм Компани ЛТД». Снимать его будут в Кыргызстане, Китае, Казахстане и Узбекистане. Бюджет сериала составит 38 миллионов долларов. Исторический сериал будет показывать, как обоснован, как зарождался вот Великая Шелковая Путь и все народы, которые принимали участие, как бы сказать, торговлю. Кроме того, планируется провести съемки совместного сериала «Бишкекская любовь» между Министерством культуры и компанией Beijing Jeonggi Boya Culture Media Co. Бюджет проекта составит примерно 25 миллионов долларов. Предварительный сюжет будет описывать историю бизнесмена из Китая в Бишкеке, где покажут дипломатические и дружественные отношения двух стран. У нас имеются дипломатические отношения и как бы добрососедские отношения между Китайской Народной Республикой, но ни разу не было копродукции в сфере кино. И для нас это честь, что мы интегрируемся на мировой кинематограф и тем более с Китайской Народной Республикой, так как китайское кино, оно имеет свое место именно в мировом сообществе кинематографистов, поэтому для нас это очень огромный шанс, и тем более финансирование будет одностороннее, то есть полностью финансирование берет на себя китайская сторона. Совместные проекты в сфере кинематографии еще раз доказывают, что между Китаем и Кыргызстаном укрепляются не только экономические связи, но и культурно-гуманитарные. Ну, каждое сотрудничество, наверное, скорее всего, между странами развивается именно с культурной части, потому что приобщение к культуре – это говорит о многом. И то, что Китай и Кыргызстан совместно решили снять сериал, это вот уже как бы говорит о тесном сотрудничестве. Не только в экономическом плане, когда люди обмениваются деньгами, обмениваются товарами, но ты уже понимаешь, что ты тесно взаимосвязан с культурой. Поэтому это новшество нужно будет поддержать. И я более чем уверена, что изучение китайской стороны как кыргызской культуры и изучение Кыргызстана, ознакомление с культурой Китая – это очень важно, я считаю. Отметим, договоренность о создании совместных сериалов достигнута в ходе госвизита президента Садыра Джапарова в Китайскую Народную Республику. Будет создана совместная рабочая группа, далее разработают сценарий и соберут съемочную группу. Ожидается, что съемки сериалов начнутся во второй половине этого года. Айгерим Бараканова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.